вы следователь, а не психолог. Да, да, конечно, конечно. Очень интересно. Так, где она? Должна быть где-то здесь. Может, она задерживается, не знаю. Ира. Девушка, вы... Катя, маскировка удалась. Даже вы меня не узнали. Познакомься, пожалуйста, это Виктор. Он следователь. Расскажи ему, пожалуйста, про убийство. Про ДПС он знает. Да-да. Итак, Виктор. Угу. Меня хотят убить. Вы не могли бы снять очки, если вас не затруднит, конечно. Да при чем здесь очки? Спасибо большое. А кто? Вы кого-нибудь подозреваете? Нет. Угу. Не подозреваю. Угу. Я знаю. Это брюнет. На черной машине. Ну, тот самый, который убил Раевскую в лесу. Трубой. А труп спрятал. Вот только где, не знаю. Ну, все понятно. Вот, человеку все понятно. А скажите, а как он пытался вас убить? Головой носорога. Очень необычный способ. Это, надо понимать, чучело. Почему же чучелом? Каменная голова носорога. Мне ее жених подарил. Ну, в смысле, будущий жених. Из Африки. Он профессор. Так у вас травма. У меня проблема. Я хочу жить спокойно. А этот брюнет меня преследует. И носорог. Так, конечно. Извините, я... Это, ну, на пару минут. Да, конечно. Вы знаете, мне кажется, что он все-таки не успел хорошо спрятать труп, потому что у него просто не было времени. И я сейчас. Очень интересно. Ну, слышно. Да. Как-то так. Ну что, Виктор, тотальная катастрофа, да? Нет, ну, не тотальная, но проблема, безусловно, есть. Так, ну, прежде всего, это посттравматический синдром. Возможно, травма еще детского генеза. Потом, ну, понятно, эмоциональная лабильность, гипервозбудимость, скачка мыслей, фобии. Очень интересная, сверхценная идея о преследователе-брюнете и убийце-носороге. А, простите, мы не очень понимаем в терминологии. Что вы сейчас сказали? Что вы имеете в виду? Ну, фобии – это страхи. В данном случае это идея преследования. Вы знаете, я бы хотел поработать с ее детскими воспоминаниями. Со снами, может быть. Но это требует времени. Ну, может быть, вы что-то пропишете? Какое-то лечение? Для начала. Знаете, не хотелось бы торопиться. Очень сложный случай. Слушайте, девушка, а может гипноз, а? Вы не могли бы привести ее как-нибудь ко мне на прием?
Это очень сложно. Она такая упрямая. Значит, у Кати носорогофобия. Мы не знаем, как ее лечить. Вы что, считаете, что я больная на голову, да? Виктор, у вас же очень много дел, да, да, там, в отделении? Да, у меня еще 3 трупа неопознанных. Извините. Девочки, мы поехали. До свидания. Очень приятно было познакомиться. Всего доброго. Ира, я абсолютно здорова. Что это вот это вот все значит, а? Так. Смотри. Вот. Что это? Это убитая Оксана Раевская, галеристка. У меня фотографическая память. Ира! Катюня, посмотри на себя. Ну какая память? Ты же себя не помнишь. Давай-ка лучше езжай домой и готовься к встрече со своим Валентином. Встречи ему ответную готовь. Ир, я серьезно. Я тоже серьезно. Ты же еще не придумала, что ты ему скажешь? Почитай классику, что там девушки говорят, когда им делают предложение. А я поеду домой, мне надо Наташке обед готовить. Она голодная придет. Ира, пожалуйста, пойми, это все очень опасно для нас. Не переживай так, ладно? Тебе, кстати, очень идет челка. И ты похудела. Правда? Да. Мерзавка, а? Еще интеллигенция. Здрасте. А, вот и вы. Явились, не запылились. Ирина Сергеевна, что вы себе позволяете? Вы почему мусор около дверей оставляете? Некрасиво, знаете ли. У нас дом общественный, и уважение надо иметь. Извините, я даже не понимаю, о чем вы. А тут понимать не надо, чтобы мусор-то за собой убирать. Тут высшего образования не требуется, дорогая моя. Главное, физиономию корчит. Ну, знать не знаю. Дуру валяет. Ну, прощай, детка. Ну, хулиганье дворовое! А ну, стоять! Стоять, я сказала! Да вот тут ни при чем! Мы ничего не стоять делали! Стоять всем! Сейчас полицию вызову! Бабушка! Вот, разбрасывай! Да, ничего! Я вам устрою! Я такой! Ого! Такой вот это страсти мордасти! Безобразие, да, Яш? Наташ, сейчас все остынет, ты что не ешь? Что-то случилось? Ты как себя чувствуешь? Нормально. У меня завтра контрольная по истории. И что? Ну, я не очень готова. Вчера голова очень болела, а сегодня уже не успею подготовиться. Слушай, можно я завтра пропущу школу? А потом все подготовлю и напишу контрольную. В честь чего это? Даже не думай. Надо просто вовремя готовиться, и не надо будет пропускать контрольные. Мама, ну я потом все выучу и напишу. Никаких прогулов, я сказала. Ладно, с тобой не договоришься. И вообще, я из-за тебя с Женей поссорилась. Из-за меня? Я-то каким боком? Потому что я не иду в поход, а он идет, и все идут. Это мы уже обсудили, не начинай. И не вздумай завтра прогулять занятия. Давай. Давай.
видишь? Катюша! Я так соскучилась! Я тоже соскучился. А что это? Ну, ты покрасила волосы? Да нет, это парик. Я тебе потом все объясню. Хорошо, но это одеяние, я не знаю. Ну, ты прям Джеймс Бонд, честное слово. Но это не идет к твоему образу. Это подходит к моему образу. Тем более, я сейчас должна быть не похожа на себя. Это как раз получилось. Но зачем? Ты мне веришь? Верю. Вот и верь. Послушай, я сейчас живу не в своей квартире. А где ты живешь? Ну, мне соседи дали ключ, они на море уехали. Вот, повезло как. Погоди, Кать, что случилось? Послушайте, по дороге все объясню. У меня к тебе есть очень серьезный разговор. Я понимаю, понимаю. Ты хочешь поговорить о том, когда мы пойдем к моей маме? Ну, да, об этом тоже. Очень скоро. Но я надеюсь, ты будешь уже в другом образе. Да что ты прицепился к этому образу? Сейчас есть вещи поважнее этого. Неужели? Ну, а что может быть важнее разговора с моей мамой? Валя! Как охотятся аборигены? Что? Яша! 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 Яшка, привет, хорошего. Сережа? Привет. А что ты тут делаешь? Не буду придумывать, что гуляю по вашему парку. Просто у меня здесь пост наблюдения. Да? А за кем ты наблюдаешь? За девушкой. Если скажешь, что по работе, не поверю. Ну, конечно. Я никогда не вызывал доверия у женщин. В этом моя проблема. Поэтому ты не женат? Нет. Просто долго не мог найти свою женщину. Пройдемся? Ну, пройдемся. А что за девушка? Да, одна девушка работает на фирме здесь. У них там пропал жесткий диск. Ну, вот всех на всякий случай проверяю. Угу. Кстати, о девушках. На той убитой в лесу пока ничего не слышно. Это понятно. У нас Катя просто немножко ку-ку на этой теме. У тебя как дела? Да ругаюсь с Наташкой. Представляешь, собралась в поход с классом, с ночевкой. Ага. Я с ума сойду, если отпущу ее. Слушай, а что ты так волнуешься? Есть же замечательный прибор, GPS-трекер. Положишь к Наташке в рюкзак, ну, чтобы она об этом не знала. Зато будешь знать, где она находится в любой момент. Это гениальная идея. Спасибо. Спасибо тебе. Пока не за что. Я завтра тебе его принесу и покажу, как он работает. Хорошо? А это что? Та самая девушка? Симпатичная. Да. Да, иду. Извини, нужно идти. Пока, Яшка. Я позвоню. Да. Здравствуйте, это Ирина Сергеевна Снегирева. Это я. Меня зовут Майя Леонидовна. Мне рекомендовали вас как опытного педагога по математике. Хочу предложить вам работу в моем лицее. Это интересно. Тогда предлагаю встретиться сегодня в торговом центре «Алекс» в час. Да, поняла. Тогда в кафе наверху. Договорились. Буду вас ждать. До свидания. Ну, ты крута, подруга. Что, всю неделю зубрила? Да я вообще не зубрила. Просто вопрос легкий попался, я его знала. Ой, да ладно, у тебя единственная из класса пятерка. Издеваешься? Ха, хорошо, ты меня раскусила. Я всю ночь готовилась. Так а чем ей еще заниматься-то? Она ж, походу, не готовится. Тебя же мамочка не пускает. Да ладно, что вы стали? Она будет дома сидеть, контрольной готовиться, да? А что напрягаться? Дрова носить не надо, мокнуть не надо, готовить на всех тоже не надо. А она и не умеет. Неправда, я все умею. Прикинь, ты вылупилась. Рот свой закрой, слышь. Руки убрал! Женя!
Не трогайте его! Ну прекрасно, прекратите! Не трогай! Иди отсюда! Сейчас иди отсюда! Алло, здравствуйте. Узнали? Да, достал. Как договаривались, да? Сейчас? Где? Ну да, хорошо, это близко. Да, буду минут через 10. Хорошо. Здравствуйте. Майя Леонидовна? Да, да. Ирина Сергеевна, присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы не возражаете? Я заказала вам чашечку эспрессо. Спасибо. Да не за что. Ну что ж, тогда сразу к делу. Итак, как я вам уже говорила, я являюсь директором нового частного лицея. Лицей новый, но мы активно развиваемся. Прекрасно. Да, спасибо. У нас 3 профильных направления. Естественно, научное, филологическое и математическое. И если первые 2 направления у нас прекрасно укомплектованы педагогами, то с 3-м направлением у нас есть некоторые трудности. Не хватает квалифицированных специалистов. Ну так с кадрами всегда проблема. Да, да. Ну, я вообще-то в школе уже не работаю. Я понимаю, понимаю. Ну, и вы нас поймите. У нас ведь не обычная школа, и у нас не рядовые учащиеся районных школ. Совершенно другой уровень. Уверяю вас, у нас вам будет очень интересно. Да мне уже интересно. Но кто же меня порекомендовал? Один из ваших учеников. Фамилию, к сожалению, сейчас не вспомню. Сами понимаете, столько людей за весь день проходит. У нас отличный оклад. Есть фонды для учителей. И мы можем сделать расписание по вашим пожеланиям. Это просто школа мечты. Спасибо. Если честно, я стараюсь вас сделать лучшим лицеем в городе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А вот, кстати, обратите внимание. Примерно так выглядят и наши ученики. Это дресс-код для учеников до 10 класса. После 10 класса свободная форма. Я не люблю ограничений свобод у почти взрослых людей. Прошу прощения. Угощайтесь кофе. Да, да. Да. Алло, я вас совершенно не слышу. Ирина Сергеевна, я отойду на минутку. У меня и ловит связь. Алло. Алло. Ты, Жень, подожди, не убегай. Давай, 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 я тебе вытру. Какая ты доставучая. Да я аккуратно, не бойся. Не дергайся. Ай. Наташа, это что здесь еще такое? Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Мам, мы тут, это... Кровь, что случилось? Да ерунда, просто... Не поделись с одноклассником. Ну надо же в травмпункт. Да нет. Вообще, я думала, ты мальчик серьезный. Как можно решать свои... разногласия с помощью рукоприкладства. Мама! Это с тобой вообще отдельный разговор. Что ты здесь делаешь? Решила в школу не ходить, да? Никакого похода. Ну, вообще-то она пошла в школу. Мы сегодня писали контрольную, просто нас раньше отпустили. Мама! Меня в школе задолбали, что я маменькина дочка, из-за того, что ты меня не отпускаешь в поход. Женька за меня заступился, а ты даже не разобралась уже. Пойдем, Женя. До свидания. Наташа! Ну, извини, Наташа, ну... Да пойдешь ты в свой поход! Правда? Что, правда пойду? Ну да, мы с папой посоветовались, и я решила тебя отпустить. Спасибо, мам! Но я и так буду очень волноваться, поэтому одной ни шагу. Тогда пойдешь. Обещаю, обещаю! Женя! Дозвоню, набираю. А как? 02 и 4. 03.
Это было, прямо скажем, нелегко. Но я умею ждать. И вот, достал-таки. Да вы, мой друг, просто волшебник. Сколько я вам должен? Да помилуйте, Петр Петрович. Это же все совершенно недорого стоит. Просто их почти уже не осталось. Таких блесен, таких мормышек просто больше никто не делает. Вы посмотрите, это блесна, просто чудо. Спасибо, дружище. А это? Отойдите, пожалуйста, дайте работать потом. Что случилось? Рассказывайте. Она закашлялась, захрипела и потеряла сознание. Реланиум внутривенно, у нас остановка дыхания. Ввожу реланиум медленно. Угу. Хорошо. Все, пошел. Успокойся. Ну что? Весело. Возможно, что яд. Что же за Шекспир в торговом зале? Ладно, возьму в лабораторию на анализ. Возьми трубку. Нету, Коля, в лесах твоих ни одного гриба. Не знаю. А сосед каждый день по корзине их таскает. Да может, он профессионал. Ботаник. Коля, смотри. Совсем с ума сошли. На живых людей силки расставлять. Нет, ну это же идиотизм. Как такое вообще в голову может прийти? Ирина, вы извините, так неудобно, но получилось. Валечка, пожалуйста, подними сетку. Сейчас. Ира, про убийцу молчи. Он ничего не знает. Иначе сейчас такое будет. У тебя рука просто тяжелая. Ну прости, я же не думала, что это ты. Ну, конечно, ты вообще никогда не думаешь, Катя. Мы тут просто вора хотели поймать. Один тип тут шатается вокруг. Да, и мы в соседней квартире устроили засаду. Вот Валя вспомнила этих бушменов и их ловушки. Такая дурацкая идея. Хорошо, а я пришла ключи передать. А, ключи передать?
опаздываешь! Ты же опаздываешь! Быстрее! Боже! Девушки, вы извините, я должен вынужденно откланяться. Ирина, еще раз меня простите, но так неудобно получилось. Не переживайте, спасибо, что не убили. Ты почему трубку не берешь? Вообще-то я на вас с Жанной обиделась. Да? Да. Может быть, это у меня должна обижаться, капканы на подругу ставить? Ир, ну это она брюнета. Слушай, ну я уже попросила прощения. А Вале я не сказала, потому что он впечатлительный. Ты же знаешь, мужчины, они же нежные. Тем более научные братья. Катя, мне кажется, ты была права. Похоже, меня тоже пытались убить. Где Мамочки. Этот журнал с этой, с девушкой из леса? Сейчас. Вот. Ну вот, сержант, шли грибы собирать и наткнулись на это. Она не местная. Здесь дорога рядом, могли и подбросить. Да, и деревня тоже рядом. Может, в гости к кому приехала? Вы бы поспрашивали. Да поспрашиваем. Девушка-то недавняя. Молодая совсем. Может, ищет кто? Проверим. Сидит, наверное, она сейчас у себя в кабинете, в своей галерее, и пьет спокойно кофе, ждет очередного клиента. Угу. Или лежит в лесу, прикрытой ветками деревьев. Ну, достаточно просто проверить. Поедем к ней в галерею, попробуем встретиться. Да, конечно, давай. Катя, хватит есть печеньки. Потом будешь ныть, что ты толстая и ни во что не влезаешь. Это потом. А сейчас я нервничаю. Это то, чтобы мне меньше досталось, или тоже нервничаешь? Тоже нервничаю. Вот если просто предположить, что ты действительно видела в лесу убийство, то... А ты еще сомневаешься. Тогда все логично. Брюнет хочет убрать свидетелей. У ДПС он видел нас. Значит, он хочет убрать троих. Жанка. Алло, Жан! Ну, слава богу! Ты жива? Да в смысле, что не добили тебя твои клиенты? Слушай, приезжай в галерею «Райский сад» через час. Это срочно. Да, я с Катей. Да какой вирус? Жан, у меня с головой все в порядке. Я тебе все при встрече расскажу. Пожалуйста, будь осторожна. Все, пока, до встречи. Вот знаешь, вас пока не торкнет, вы мне никогда не поверите. Иди собирайся. Иду. Ну, кажется, по горе попало. Нет, нет, ну вызовите скорую, что ли? Да вот, наверное, мужчина, собственно. Что там, вот, ты видишь, что случилось? Привет, подружка. Девушка, с вами все в порядке? Вы меня слышите?
Давай. Сколько нужно ехать? Не знаю, может, она в пробке. Почему тогда трубку не берет? Сейчас я еще раз позвоню. Угу. Гудки. Пойдем сами, без нее. Сколько можно ждать? Пойдем, а то стоимся как на ладони. Только подозрения вызываем. Типичная чухня. Кто это вообще все покупает? Наверное, кто-то покупает, иначе они давно бы разорились. Ой, какой-то тоскливый академизм. Вот где они все это выкапывают, а? А ты у нас такой великий знаток современного реализма. Ну, не великий, но живопись — это моя профессия. Ладно, мы сюда пришли не проблемы современного искусства обсуждать, а за другим, да? Я просто высказала свое мнение, имею право. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Вам что-то понравилось? Хотели бы приобрести что-нибудь? Ой, у вас-то тут так все ярко, профессионально. Прямо уж глаза разбегаются. Мы хотели бы переговорить непосредственно с руководством галереи. Это возможно? А вы, простите, от кого? Что значит «от кого»? Мы от Арины Родионовны. От кого же еще? Да. Ну, хорошо. Пойдемте со мной. Вот сейчас мы все и узнаем. Да хватит жевать. Мои любимые желейные. С вишенкой. Подождите здесь минутку. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Не уверена, что добрый, по крайней мере, для вас. Вы кто такие? Довольно странное начало разговора и весьма странный вопрос. Мы посетители галереи. Ах, посетители. Откуда вам тогда известен пароль? Вы от кого? Послушайте, что это за тон у вас такой? Почему вы с нами так разговариваете? Что за вопрос? Кто? Откуда? А вы вообще кто? И почему вы нас допрашиваете? Мы что, вас что-то украли? Не пойму. Еще бы вы украли. Я бы вам тогда не позавидовала. Ну, если вы не настроены беседовать, мы зайдем в другой раз. Нет, ну что вы, я очень настроена беседовать. Проходите, присаживайтесь. Сейчас мы все проясним. Я вам расскажу, кто я такая, вы мне расскажете, кто вы такие. Присаживайтесь. Через минуту жду всех у меня в кабинете. У нас чрезвычайная ситуация. Валим отсюда, быстрее! А ну стоять! Я еще не закончила разговор! Гена, Аркаша! Где вас носит? Так это, мы того. Я сама знаю, что вы того. Пули за этими метелками. Я не могу, у меня же мениск. Аркаша, у тебя скоро увольнение будет. Так, Гена, давай сам. Быстро за ними. Догонишь, тащи сюда. Нужно с ними побеседовать. Чё стоим? Добрый день. Это я, Дина. Быстрее. Ирка, я больше не могу. Я так с института не бегала. А стоило бы. Была бы потренированней. Быстро говори, откуда ты знаешь пароль? Какой пароль? Ты что, не видела, какое лицо было у сотрудницы, когда она услышала Арина Родионовна? Послушай, честное слово, не знаю никакого пароля. Я просто посмотрела на бестию Пушкина. Давай. И ляпнула, что первое в голову пришло. С тобой вечно так. Зачем только соглашаюсь на твои бредовые предложения? Вообще-то это ты предложила пойти в галерею.
Да? Да. Ну, Жанка умная, она просто не приехала. Слушай, а если она нас не найдет и сама сунется сюда? А? Не сунется, она нам позвонит сначала. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Странно. А где я? В больнице. В отдельной палате. Давайте знакомиться. Меня зовут Серж. Жанна. За свою машину вы не переживайте. Она в ремонте, я уже все оплатил, как и эту вип-палату. У вас небольшое сотрясение. Но все будет очень хорошо. А вы кто? Оля Лукоя? Нет, я не из Дании, я из Швейцарии. У вас голова не болит? Нет, у меня ничего не болит. Я чувствую такую легкость, что само по себе удивительно. А если вы шутите, значит, действительно все будет хорошо. Это погоня, да? Погоня, да? Нет, это погоня, успокойся! Успокойся! Это не боевик, стрелять никто не будет. Боже мой, я сейчас закричу точно. Тихо, просто делай, что я тебе говорю. На счет три бежим в тот двор. Опять бежать? Я же не марафонец. Раз, два, три. Бежим! А вы хорошо говорите по-русски. Мои родители русские, но я уже очень давно живу в Швейцарии. У меня даже появился небольшой акцент. Жанна, вы такая красивая, когда улыбаетесь. Простите меня, я страшно перед вами виноват. Там на дороге, у вас в России такое движение, я никак не могу привыкнуть, хотя часто здесь бываю по бизнесу. Я живу здесь и тоже не могу привыкнуть. Нет, вставай, Катя! Быстрее! Как у вас дела? Проснулись? Как самочувствие? Волшебное. Выходит, мы перестарались с дозировкой обезболивающего? Так, следите за ручкой. Ага. Отлично. Сюда.
сделаешь! Вниз поедем, да он остановит и откроет. Мы заблокируем дверь кнопкой между этажами. Никто не войдет. Ходи пронесло! Ходи пронесло! Стоп! Давай! Не пронесу! Добрый вечер, дамы. Ну что, будем знакомиться? Я Гена. А вас как зовут? Не выходи! Мы не знакомимся с мужчинами на улице! А в лифте? Я же закричу! Уже кричишь. Я звоню в полицию.